Здравствуйте, магазин «Автодеятель», меня зовут Ильдар. Мы вам покажем, как снять чехол с кресла Graco Logica LX. Начнем с верхней части, с подголовника. С задней стороны отцепляем 4 резинки. И аккуратно скидываем чехол вперед. Продеваем его из-под накладок, кнопка, которая регулирует подголовник по ширине. Стягиваем вперед и осторожнее с пенопластом, который в подголовнике, его можно легко сломать. Здесь находится, он отдельно съемный, вот эти боковинки и задняя часть. И вытаскиваем чехол из-под спинки. Теперь чехол боковины средней части. Просто отцепляем две резинки, металлический крючок держит резинку, объединяется между собой и стягиваем чехол вперед. В чехле спинки есть еще вкладыш, за спинку он просто вытягивается. Теперь чехол бустера. Снизу с боков отцепляем две резинки, а с задней стороны 4 резинки, по 2 штуки с каждой стороны. Стягиваем чехол вперед. Сначала основной, а потом вкладыш. Разворачиваем его на себя. И вкладыш держит пластиковая планка на трех крючках пластиковых. Просто на себя отщелкивается. Ну и чехол подлокотника. С двух сторон прям липучки, вытягиваем на себя. Напоминаем то, что стирка деликатная, 30 градусов в сидящем режиме. Теперь в обратном порядке надеем чехол и начнем с подлокотников. Натягиваем и зацепляем две липучки. Мягкий вкладыш пластиковой планкой. Сначала вот так на себя продеваем планку, зацепляем в отверстие и закидываем назад. Теперь основной чехол бустера накидываем и зацепляем 6 резинок, 2 по бокам под креслом и по 2 штуки с каждой стороны сзади. Нужно объединить резинку вкладыша и резинку чехла вместе и в один и тот же крючок. Таким образом. Чехол боковин. Накидываем спереди. С задней стороны объединяем резинку и металлический крючок. Сверху и снизу. Продеваем вкладыш. И чехол подголовника. Сначала вернем на место пенопласт, заходит в пласт. И надеваем чехол. Аккуратно, опять же, чтобы не сломать пенопласт, очень хрупкий. И таким образом, чтобы не попасть в направляющую. Чехол нужно провести над направляющей. Накидываем, проводим чехол сквозь направляющие кнопки, которые регулируют его по ширине. Заправляем среднюю часть за чехол спинки.
И зацепляем 4 резинки с одной стороны. Надет. Спасибо за внимание и до новых встреч.